5 апреля состоялась встреча педагогов спортивно-досуговых клубов МБУ «Симбирцит» со специалистами Центра реабилитации от нарко- и алкозависимости «Свобода плюс». Вначале педагогам был представлен фильм о мышлении наркозависимых. Далее был проведен семинар на тему «Факторы, приводящие к зависимости ПАВ среди подростков». Я еще раз вас представлю. Артур Дамирович, директор Центра социальной адаптации. Можно похлопать. Да. Так, Нинаев Евгений Андреевич, руководитель программы по химической зависимости. Так, Андрей Григорьевич, старший консультант программы по реабилитации. И Илья Олегович, к нам сегодня присоединился, тоже старший консультант программы по реабилитации. Все, мы готовы, Они живут в будущем. То, что там потом будет все хорошо, будет все классно. Вот. Это делать для того, чтобы именно в этот момент времени, вот сейчас, он спокойно мог решить себе употреблять. Почему они рвутся на улицу от гиперконтроля? Потому что их там никто не контролирует. Их там уважают, считаются с мнением. Там не ругаются с ними. Или, ну, там, может быть, ругаются, но не так, как дома происходит. Там их там не учат жизни. Поэтому они рвутся на улицу, потому что там комфортная среда для них, как бы казалось бы. Потому что дома нет вот этого вот уважения, нет вот этого тепла, нет этого любви. А как любой человек, он хочет... Что он хочет? Он хочет, чтобы было все комфортно, спокойно, там, чувствовать любовь, уважение. Они на первом месте, они чувствуют это. Вот. А когда его начинаешь отрывать в реальную жизнь, там какие-то вещи делать надо элементарно, да, посуду помыть, там, помочь или что-то сделать, что происходит? Происходит бунт, протест, да, тут же ребенок недоволен, он хочет вернуться в тот мир, где он там лидер, где он главный, где там, может быть, он какую-то поддержку кому-то оказывает. Где он управляет, а не ему управляют. А вот в современном мире, когда надо что-то делать, все, то есть лень, нежелание и там, не знаю, скандал. Профилактические семинары проходят в рамках партнерства с реабилитационным центром «Свобода плюс».